Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу поговорить с вами про стрельбу. В какой-то момент стрельба стала в этой игре мне вообще не интересна, она тупо конченная. Ну, как и многое в этой игре, может быть только одним конченным. Когда я начинал играть в картошку, то стрельба была якобы тоже странной, по мнению разработчиков, поскольку, показывая нам картинки, куда летит снаряд, было понятно по картинкам, что снаряд может в любой момент, при любом сведении, полететь и в край, и в центр. Причем вообще непонятно куда. Потом они это переделали и нарисовали нам другую картинку, якобы снаряд всегда стремится больше к центру лететь, но при этом все равно иногда может полететь и фиг знает куда. Но кучность больше к центру. Шло время, шли года, и во что превратилась наша стрельба. Если раньше, когда я начинал играть, чуть-чуть подсводишься и уже более-менее попадаешь, все нормально. Сейчас полное сведение, полнейшее, просто фул сводка, там уже просто свелось, там уже сжалось, это кружочек, это дальше некуда, мимо. Едешь как конченый децепоид, просто с прыжка там башню еще раскручиваешь, еще залил в себя пол-литра, стреляешь, попал. Вот что мне сейчас напоминает стрельба в World of Tanks. Причем я уже иногда чисто поржать специально беру, там башни покручу корпусом и пушку туда-сюда поворочаю, для того, чтобы прицел разлетелся, потом нажимаю выстрел специально, чтобы круг был большой, и попадаю. Чисто поржать, блин, и оно реально попадает. Полное сведение мимо. Это сделано для чего? Типа, если я совсем конченый и не свожусь, я попадать буду? А если я свожусь, то соси? А в чем логика-то? Не наоборот ли должно быть? А вот эти знаменитые выстрелы по 5 раз подряд в землю впритык. Я не пойму, там земля перед выстрелом подпрыгивает или что? А защитник, что это такое вообще, я не понимаю. Я на нем не играл очень давно, я точно не помню, сколько я на нем не играл. Год, два. Когда он там вышел, я на нем немного поиграл и все, и забил на него. Сейчас за последние пару дней я сыграл на нем 2-3 боя, из этих 2-3 боев я просто еду на ходу там по 500 стреляю, в точку, в этом бою у меня что-то там стрельба 15, 14, 11 или что-то такое, я точно не помню. То есть почти все выстрелы попал я, кроме одного, и почти все выстрелы пробил. Что это за стрельба такая? Я очень сильно люблю играть на СТ-шках. Но у меня на СТ-шках нету такой стрельбы, как на защитнике в сратом, на котором круг на 1,5 экрана. Где логика, я не пойму. А еще знаете, что мне нравится? Мы на песочнице потестиливаем уменьшение вильтух. Мы потестиливали уменьшение вильтух, нам не понравилось. Все, мы отменяем эту хрень. То есть разработчики сами этим шагом в какое-то время, опять же это было хрен знает когда, признали, что в игре есть проблема с вертухами, со стрельбой, и забили на нее болт, и дальше ничего не делают. И за это я вообще ни разу нигде не слышал. Ни в ответах разработчиков, ни еще кто-то где-то. Я вообще этого не слышу. Очень много кто говорит, что стрелять по земле типа неприятно, неприкольно, и очень многие снаряды куда-то падают там. А эти знаменитые видосики, там, как леопард по 200 раз подряд промахивается, типа точный снайпер, вся херня. Все говорят, как плохо стрелять, но почему-то никто картошке не задает вопросы, а что со стрельбой? А разработчики и не отвечают на это никогда нигде. И вообще тема со стрельбой никак не оговаривается. А ведь стрельба это то, чем мы занимаемся каждый бой и всю игру. А стрельба в игре неинтересная. Стрельба неинтересная, карты неинтересные, и геймплей получается просто неинтересным. Там есть люди, которые говорят, что типа онлайна нет, потому что забанили людей. Что? Кого там забанили? Ну да, в принципе, как для картошкиного онлайна, может их забанили там чуть-чуть заметно людей, и они там типа вайнят, и видно, что людей забанили, да. Но реально, где забанили людей, это он в PUBG, там где в день банят столько, сколько в картошке за много лет забанили. Там вот заметно, что людей банят. Смысла, конечно, в этом немного. Но и в картошке-то онлайн, мне кажется, падает не из-за того, что там забанили читеров. А из-за того, что просто
Вы посмотрите, сколько комментариев, что читеров забанили. Сколько там, 1-2? И сколько людей пишут, что они просто перестали в это играть. На один комментарий читера приходится десяток комментариев людей, которые перестали играть. А как можно играть в то, что просто скучное? Разнообразие карт ни новых, ни старых, никаких. Стрельба неинтересная. Вы просто не играли в World of Tanks, если не понимаете, насколько неинтересна стрельба в World of Tanks. Ты просто нажимаешь кнопку, и оно там само. Причем оно там само даже не по логике, а вообще задом наперед как-то. Чем конченее ты стреляешь, тем лучше. Стараешься? Не надо так стараться. Я что, специально должен стрелять как дурачок? Или я должен по пару лет не играть на танке, чтобы он начал попадать? Я уверен на 1000%, что если я на защитнике сейчас начну играть активно, он начнет опять стрелять как говна кусок. Я на 1000 миллионов % уверен, что он попадает, потому что я на нем давно не играл. Потому что я на нем ничего не делаю. Я на нем целюсь просто обычно, так же, как и целюсь на СТ-шках. Я приехал на Химмельсдорфе в балкончик, на котором стою 5 лет. Я там каждую дырочку знаю просто досконально. И при этом на СТ-шках я не попадаю в эти дырочки. На кривущем защитнике попадаю. Есть в этом логика? Нихера ее нет. Вот такая замечательная стрельба. Я уверен, что если еще пару дней поиграю на защитнике, он себе в ноги впритык не попадет. Потому что, когда я начинал на защитнике играть, так и было. Он просто никуда не попадал у меня. Поэтому я его и бросил, он меня раздражает. А сейчас, видите ли, он просто с прыжка по 500 стреляет. Вчера на стриме я сыграл бой. Просто еду через всю карту куда-то, кнопку в сторону нажал, 500. Еще раз нажимаю, 500. Что, блин, я за 3 выстрела 1500 урона настрелял. Гениально. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.